Приветствую всех и вся YouTube. В данном видео я расскажу о биоброне Гайвер из аниме и манги Гайвер «Броня, приумножающая силы». Вы узнаете о самой броне, ее активации, способах призыва и отзыва. Ну а перед началом прошу поставить лайк и подписаться на канал. Поможем Гайверу восстать из небытия. Текст подготовлен сайтом Гайвер World, самый большой русскоязычный комьюнити на территории СНГ по вселенной Гайвера. Ссылка в описании. Биоброня – одно из приспособлений создателей, живое подобие скафандра, усиливающее тело носителя путем слияния и образования биоусиленного организма. В неактивном состоянии представляет собой небольшой круглый блок, состоящий из волокнистого тела биоброни с контрольным устройством и гравитационным контроллером посередине и элементов оболочки. В таком состоянии биоброня может храниться практически неограниченно долго. Тело биоброни представляет собой организм-паразит, который может слиться с любым другим организмом и превратить его в бездумного монстра и полностью его поглотить. Контрольное устройство служит для контроля над телом биоброни. Оно дает возможность носителю управлять своим биоусиленным телом и трансформироваться по желанию из обычного состояния в биоусиленное. Благодаря контрольному устройству тело биоброни формирует элементы оружия и защиты в биоусиленном организме. При потере контакта контрольного устройства и биоусиленного организма броня также превращает его в монстра и начинает поглощать. Контрольное устройство содержит в себе всю информацию о носителе и при удалении из биоусиленного организма способно полностью его восстановить на своей основе. При потере носителем сознания или при его смерти контрольное устройство берет контроль над биоусиленным организмом и защищает его от внешних опасностей, атакуя все, что к нему приблизится. Попутно происходит восстановление организма. При слиянии биоброни с создателями их способности увеличиваются примерно в 10 раз. При слиянии с человеком – примерно в 100 раз. Способ активировать броню точно неизвестен, но процесс активации напротив. При активации брони внешние элементы оболочки отделяются и испаряются. Тело брони вырывается наружу и окутывает тело носителя. Начинается слияние. При этом происходит анализ носителя контрольным устройством. И на основе полученных данных создается уникальный внешний вид биоусиленного организма. Способности биоусиленного организма зависят от способности организма носителя. На теле носителя человека в нормальном состоянии после активации образуется парный орган на спине, служащий для передачи информации биоброне. Биоусиленный организм на основе человека назван Гайвером. Трансформация носителя в Гайвера происходит следующим образом. Носитель либо произносит слово «Гайвер», «Трансформация» и так далее, либо проводит мысленную команду. Команда идет из мозга в телепатические органы на спине и дальше посылается в другое измерение, где биоброня носителя находится во время его обычного состояния. Вокруг носителя формируется барьер, защищающий его во время трансформации. Биоброня появляется со спины носителя, соединяется с носителем. При этом происходит мгновенное упразднение органов человека и замена их на биоусиленные органы Гайвера. Барьер пропадает, из тела Гайвера через клапаны отвода тепла выходят пары, продукты трансформации. Так процесс трансформации завершается. Обратная трансформация в нормальное состояние. Мысленная команда посылается носителем в контрольное устройство. Если тело Гайвера было сильно повреждено и уже восстановилось, контрольное устройство позволяет снять броню. Органы носителя приходят в нормальное состояние. Биоброня отделяется. Если тело Гайвера еще не успело восстановиться после сильного повреждения, контрольное устройство не позволит снять броню. Биоброня возвращается в биоусиленное измерение, где происходит ее наполнение энергией. На сегодня у меня все. Понравился видос и ты узнал что-то новое, смело ставь свой лайк и подписывайся на канал. Также буду рад, если ты посмотришь другие видео на моем канале. Берсерк, Атака Титанов, Хеллсинг, Евангелион. Здесь ты точно найдешь видео, которое придется тебе по душе. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока.